Пацаны, давайте соберем на этом ролике 200 лайков, потому что 100 лайков вы можете собрать. Давайте 200 лайков соберем, я притворюсь от девочкой легкого поведения за деньги, стану где-то вот здесь на трассе и будем останавливать дальнобойщиков. Да, что там? Я, короче, на твоей фуре попытался подрифтить. Вот, получилось. Нормально. Я тебя заправил вообще, кстати. Фул? Да. А подписчик-то реально фул баг заправил за 300к, охуеть. Спасибо большое. Просто не заходил давно, как фуру приобрести? Ну и там, как бы, в принципе, можешь посмотреть видосик вот этого вот человека, он тебе расскажет, там, все понятно вроде как. Вот. Эвена знаешь? Френда. Эвена знаешь? Кого ищешь? Эвена знаешь? Ты посмотри Эвена, типа на видосик Эвена зайди. Да-да-да, он нормально тебе все рассказывает. Охеренно, кстати. А почему сейчас сижу в фуре, мне в ТикТоке предлагают сексуальных девушек в Мерседесе, нахуй? В фуре. Дальнобойщиц. Блять, я даже скачаю, нахуй, вставлю в ролик, пацаны. Надо охват. Блять, ты такую же фуру сделал? Ну? Опасно было, ну. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. И как ты понял по названию и по превью данного ролика, а также по предыдущей серии, где мы покупали вот эту сканию прекрасную. Ссылочка есть в описании, очень офигенный ролик, зайдите, посмотрите, рекомендую. Сегодня мы с тобой отправимся в наш первый рейс и узнаем вообще, как обстоят дела с зарплатой, сколько здесь можно зарабатывать, какие рейсы стоит ехать, какие не стоит. Ну, вообще, первое такое знакомство, потому что более подробно уже выйдет, думаю, позже ролик, если я буду играть на этой фуре, если я не продам. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. Ну, а я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей, VIP-статус на один день, иди сдавай на права и работай на свою мечту. Короче, ребята, чтобы мне одному скучно не было, сейчас мы с краном будем ездить разные рейсы, смотреть, что по выплате, сколько мы зарабатываем, где останавливаться, где вообще начинать, где заканчивать и как это все происходит. Поэтому что? Погнали. Надо все проверить, короче, и на заработанные денег снять шлюх и сделать спальник. Нормально? Так, ну идея мне нравится. Мне тоже. Пиздатая идея, я бы сказал. Нам надо, чтобы и грузиться в городе недалеко, и чтобы платили нормально. Да? Ты говоришь, что типа 10 тысяч, да, я тоже об этом думал, но очень часто пацаны возят вот эти, блядь, нефтепродукты, вот эту бочку. Ну типа вот есть на 27 минут, на последней странице, генераторные установки. 15 тендеров, 10338, да? Угу, давай берем ее. Берем. Так, я взял. Едем на погрузку. Она в порту. Плюс-минус. А тебя, подожди, как у тебя компания называется? Кран так и называется. Кран Компани? Надо краны возить тогда. Короче, крузимся. Значит, что? DAF. Две скани, там DAF. Ну, новые DAF-ы мне, если честно, не особо заходят. Вот старые, прям по кайфу. Вот новые, такое себе. Подожди немного, уже зацепил. О, прицеп получен. Так, у нас есть точки маршрута, 5 точек, поехали. Ахтрес пропускаем. 6 километров тебе пишет тоже, да? Да, только ты в курсе, если ты приехал, у тебя есть время, типа. А, да? Сразу можно не становиться. На последней минуте остановимся. А, нихера себе. Ну, типа нам за время бабки какой-то. А, тогда это вообще изи, поехали. То есть смысла на скорость этого делать вообще нет. А, здесь осталось времени, пишет, бля, 5 минут. А мы за 5 минут вообще туда едем? Я здесь скриншоты делаю, блядь, общаюсь. Бля, кайфы, вообще так парно ездите, там двое, трое, четверо, это вообще идеально. Соло неинтересно. А если мы не успеем, нам что, отменят заказ или дадут штраф? Как вы думаете? Я думаю, первое. Я же могу вот так развернуться и двоечку нажать. Блять, быстрее, Павло, быстрее. Успел нормально, да? Ну это потому, что типа самый последний. Фух.
Ну, типа заказывал коробку, понял, самый такой, ну, недолгий. Ага. Из-за этого время в этих промежутках, оно очень маленькое. Ага. Если ты будешь с большим, как бы, запасом времени брать, то ты будешь стоять тут еще по 5 минут ждать. Понял. Только что было 8 минут, уже 7. Понял. То есть надо просто откинуться на себе, взять пивка, чипсонов и просто кайфовать. А если у кого-то есть еще руль, а хз, кстати, Rage поддерживает руль или нет, это же вообще идеально. И знаки стопят пипец. Назначение. Никто ничего не видел, заказчик тоже. Все нормально. А, то есть у нас есть еще 4 минуты, можем постоять, да? Короче, смотри, когда ты берешь самый первый заказ, да? Типа тебе надо просто на точку заехать. Угу. Ты становишься сразу, потому что за это тебе не платят. А платят за остальные 4 точки уже. А-а-а. Вот, на остальных 4 уже фкашишь, если у тебя есть запас по времени. У тебя остается минута, ты становишься. Угу. И нам за каждую минуту по 10 тысяч. Да. Чиназис. Ну как раз бублик из палки достать, ну. Отбивные. Вот, надо договориться, кто первый будет становиться. Хочешь, давай ты, типа. У меня двойка вообще пиздец лагает. Можешь встать заранее, типа, у тебя прицеп может тупо встать. Ага. Ты можешь даже не заехать. Ну, я не знаю, как оно правильно работает. Че, давай я заеду, 2 минуты осталось. Чтоб ты успел. А, да нет, да не надо, не надо. Сделал ты, господи, за 30 секунд. А если не успеваешь, что тогда? За время? Ничего не зарабатываешь, ничего. Едешь на следующую точку? Ну, едешь обратно на этот заказ. То есть заново, помню. А, понял. У тебя 1 минута осталось? Нет, наверное, так, чтобы ты успел. А, заехал, успею, господи, ты отъедешь, я забыл. Да я хотел немножечко назад дать, в итоге это. 4 минуты, сука. Давай быстрее. А, 4 минуты, в принципе, всегда вообще изи. Да, пацаны, сори за текстуры, но это что я могу сказать? Сервер 900 онлайна, блять. 930. Все, поехали. Сервер 900 онлайна, и вот такой вот пиздец происходит не только у меня, а у всех. Походу, такие ролики надо, мне кажется, более ночью снимать. Не, в принципе, прикольно сделано, что не нужно мотаться туда-сюда за один рейс, а просто поехал, забрал товар и развозишь его по точку. А моментальный заработок вообще можно где-то посмотреть? Ну, сколько вот сейчас в моменте заработал? Не, по-моему, нельзя. В планшете было написано, что 27 минут рейс идет, и мы получим за каждую минуту 10 тысяч. Посмотрим, сколько времени прошло и сколько мы заработаем. Поворотники так и не работают. Ага, и 7 минут это чтобы доехать до базы обратно. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, неприятно сейчас получилось. От первого лица пацаны задом сдавать. Нормально вообще в GTA 5? Это же вообще габало, нахуй. То есть? То есть пофиг, ее можно спавнить, переспавнивать. Это лайк, кстати. Если ты ехал, улетел в воду. Типа выбежал быстро на дорогу. Бац-бац-бац, заспавнил ее. Смысла здесь пишите, так понимаю, вообще нет. Абсолютно. Отцепляем прицеп, подождите. Доход 197 тысяч. Время 22 минуты. Я хотел еще считать 29 тысяч налога. То есть я заработал всего лишь 198 тысяч за 22 минуты. Сколько заработал? 206. Блять, мне 197. Давай, отъедем. В смысле, сколько? 200? 197. А, ну ты же на минуту, да. Это же невыгодно, да, нихера? В смысле, выгодно? Хотя, подожди, 200 тысяч, 20 минут, час, выходит 600к. Ну, 600к в час, ну, а там, типа, вот это вот бензин, налоги. А, ну, кстати, нормальный заказ выходит. Вот есть, короче, трубы. Оттуда же. За 10 500, 32 минуты. На первой страничке внизу, слева. 32 минуты, 10 485. Да, бери. Так, бери ты сначала. Я взял. Через 30 секунд я возьму. А почему через 30 секунд? Ну, чтобы я, если шо, успел, типа, ну, чтобы у меня было пора, немножко. А, понял. Смотри, чтобы кто-то другой не взял. Сейчас у нас просто знакомство с фурами, в следующей серии мы будем проверять тогда все. Короче, мы прицеп с трубами взяли, куда будем ложить. И едем в то же место на погрузку, бульвар или ранчо. В принципе, нормальная схема, только 7 минут доехать, это слишком мало. Это прям реально заезд на 3 звезды, ну. Щели в дверях. Да... Что там, что здесь. Кстати, вот этот раз мы хоть взяли на Эль Панчо, или как там, Эль Ранчо, вот это все, да, но мы приехали вообще в другое место, вот к динозаврику, и будем здесь грузиться, поэтому что? У нас есть еще 3 минуты, ждем, пока кран приедет, и дальше ждем указаний на... О, нагрузили нам. Сколько у тебя минут? 7, 6 уже, блядь. Ох,
Ебать, на военную базу ехать. Ну его на. Давай там подожду. Так, этот заказ я вам не рекомендую ездить с другом, потому что вы видите, очень далеко ехать, очень мало минут. Мне вот интересно. Мне нужно ехать на базу, а мне отметили ехать сюда. Пацаны, это кидалово, не верьте. GPS гребаный, что в жизни, что здесь, блядь, повел через какую-то залупу. Я ж не думаю, что фуры должны ездить, блядь, по песку и так далее. На базу. О, сюда, вот сюда нам надо. Ждем буквально минутку и отдаем прицеп. Обратно по дороге надо ехать. Вот 9 минут ожидали, нихера себе. Я не представляю, если бы сейчас на смотре еще была активна вот эта система замены масла, фильтров. И сколько же денег бы уходило, чтобы мне поменять фильтра и масло на этом, на фуре. Хорошо, что они ее убрали. Но мне кажется, они могут ее вернуть, только переработать немножечко. Нанна. Фетпикран, сори, пацаны. Это моя сейчас ошибка была. Какому-то деду привезли на дачу просто трубы? Понял. Или в отстойник местный. А нихера ты жук. Нормально дав поймал? Блять, мне прицеп отцепил. Чего? На 5 минут можно залипать в тики-токена. Это да. Поеду лут поищу. А тут лут вообще есть или нет? Здесь? Да, вон там. Курсы. Прямо. Он реально за лутом поехал. Бля. Пацаны, сейчас вам расскажу, как заработать 10 миллионов, триллионов, тысяч, сотен дирхам. Это как с курьеркой раньше. Просто вот мы приезжаем вот в такую местность, да? Видите, у нас еще осталось 5 минут. Берем удочку, идем в ближайший водоем, либо калюжу. Кидаем удочку, достаем рыбу на 8 тысяч. Ебать. Халява. Плюс 8к. И что, поймал что-то? Короче, херня, нет там ничего. Надо было удочку закинуть, что ты? Один раз можно. Не, ну там не успеешь, все равно там 1.5 минуты. Бля, 8 минут, 7 уже ехать. И 7 километров, я погнал. Вообще идеально было бы взять где-то возле города, хотя хезе. Например, в городе недалеко везти, недалеко брать прицеп, недалеко отвозить его, если что. А вот в такой местности нужно много ездить. Но с другой стороны, здесь нету и людей. То есть тебе никто не прилетит в бочину. Ты едешь себе спокойно, на природе, как говорится. Нормально? Пацаны, давайте соберем на этом ролике 200 лайков, потому что 100 лайков вы можете собрать. Давайте 200 лайков соберем, я притворюсь девочкой легкого поведения за деньги, стану где-то вот здесь на трассе и будем останавливать дальнобойщиков. Мне кажется, это будет весело. Ну, кто с юморком, конечно. Нет, нет, я обязательно успею. Сейчас только, главное, чтобы никто у бочины не прилетел. Давайте как в перевозчике, бат. И последнюю секунду. Оп. Мне нравится, что здесь все такие вежливые, друг друга пропускают, нет ранец, а не то, что на курьерке, блядь, за место сдачи готовы просто отпиздить. Давай, последняя минутка, я заезжаю. Бац-бац-бац. Интересно, кстати, премиум увеличивает зарплату здесь или не увеличивает? Если еще здесь премиум будет увеличивать, да, это вообще имба. 255 тысяч, налог 38 тысяч. 255 тысяч, это, наверное, чистый заработок, а 38 налога это левая. На 50 минут 450 тысяч вышло у нас. Но чтобы 500 тысяч заработать, тебе нужно вложить еще лямов 55. Ну ладно, не 55, но самая дешевая фура типа 35 и, ну, 40. Ну смотри, они самые дешевые, но там говно. Заказы, там заказов не так много. А, то есть хочешь сказать, от фуры все-таки заказы зависят? Да-да-да, то есть вот эти три самые дешманские фуры, они самые такие, ну типа, на них не обвесы типа нельзя повесить. И заказывал там, насколько я помню, в 3 раза меньше. Ну знаешь, что мы еще не возили? Нам бы цистерны повозить еще. Они дешевые, но интересно, что там. А, и полуприцеп, кстати. Морской контейнер. Давай возьмем морской контейнер, посмотрим, что там. А, третья страница, в самый низ слева. В этот раз я постою до конца. И посмотрим, заплатит нам больше или меньше. Тоже гондоны хочу возить. Вы чё, говорит, прикалываетесь? Блин, я хочу ввести этику на этот сервер, так как и в Евротраке. Если кто-то видит, что едет, ну, пацан,
всегда сигналят, либо в жизни, если смотрят, что знакомые, либо с той самой компанией ты работаешь, либо на такой же тачке, на такой же модели, то они друг друга сигналят. И пофиг, что они друг друга не знают. Я бы хотел вести это на смотру, что едешь, ты сигналишь, и тебе сигналят. Все, высаживай, он меня нахуй послал. Что, давай, берем здесь две фуры. Блин, обидно, что с ООО нельзя нанимать сотрудников, блять. Я думал, можно было. Я бы купил сейчас три бы грузовика, нанял бы сотрудников и ездил бы. Получается, ты балабол? Блять, ну ООО, там написано общественное, т-т-т-т. Значит, общественное, значит, можно нанимать сотрудников. Это приятно. Нам дали 5 минут, и ехать нам куда вообще? Ага, далеко. Как хорошо, что здесь вот этот выход не перекрыли, как на GTA 5 RP. К крану сегодня что-то все время прилетает. Интересно, так что же это такое? А фуру вообще реально перевернуть? Она очень хорошо стоит на дороге. Бля, кайфули, когда даю тебе 5 минут. Ой, прицеп резко поменялся. Я думаю, почему не тот прицеп. Капец, он маленький. Ну, фура маленькая против этого прицепа. А нормально вообще по седлу там прицеп? Как бы, все нормально. Ебать, он большой. ETS 84101. Мне занято. У меня Ульяна сейчас сядет. Заходим в Телеграм по ссылочке в описании. Нажимаем на кнопочку «Участвовать». И участвуем в конкурсе на 3 места по 100 тысяч. А может еще даже одно место добавим. Оп, и заехал. Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Если честно, ребят, хоть это обычная работа дальнобойщика на своей фуре, да? Но она... Пока что мне не надоедает вообще. Может из-за того, что это только третий рейс. Ну хз, пока что нравится. Если бы еще ЗП подкрутили, было бы вообще идеально. Куда он лезет, бля? Куда ты лезешь? Сейчас так же на заборе заспавнится. То у меня здесь такое в кабине происходит, что, на что детям смотреть нельзя. Мне можно. А чего бы тут? Я все видел. Где? Да я же у тебя ее вчера брал, я все видел. Так вчера Ульянки не было, сегодня она пришла. Ну открой я его, пожалуйста. Ты Ульянку смущаешь, не дергай. Иди лучше крану подергай, да? Ну все, мы сдали, последняя точка, да? 4 минуты. Хотел красиво заснять, в итоге половина текстур пропала. Все зависло. 3 шестерочки пробег, запоминаем. Ну что, последняя точка в этом маршруте и в этой серии. Осталась буквально 1 минута. Очень много фур сюда что-то понаехало. Спасибо. И отцепляем прицеп Luxury Company. Мы приехали 18 минут и заплатили 157 тысяч. Красивый кадр, да? Ну что, пацаны, а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Пока доснял, уже заболел. Поэтому поздравляю, Эван. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики, где мы проверим всякие мифы и легенды на данных автомобилях. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, когда их не пропускать. Лайкос, комментос. Буду вам благодарен от души. Вы поможете продвинуть этот ролик в топ и добавить мне плюс к мотивации снимать новое, как вы сделали в предыдущих роликах. Если вы не видели, где мы покупали фуру, ссылочку оставлю в описании. Также не забываем про конкурс. 3 места по 100 тысяч. Ссылочка на Telegram в описании. Буквально через неделю уже итоги. Может, еще что-то разыграем. А вы пишите свои интересные истории, свои мифы, которые стоит проверить в следующей серии. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.